Вот оно, это дерево. Указатели меня ведут, даже не знаю, в какую-то в ту сторону. Пойдем по карте. На большой карте вообще нет никаких значков, куда бежать. Нет, ничего. А на этой карте, о, блин. Нет. Блин. Может, ближним боем его атаковать? Нет. Паразит такой. Не знаю, правда, куда бегу и зачем. Бегу просто по навигатору, который в правом нижнем углу. Может быть, я правильно вернулась к началу, не знаю. Я нашел их! Огонь! О, опять! Достали. 50 стрел у меня есть. Атакую! Вы что, с ума сошли? Перезаряжайся, прикрою! Переговариваются. Так, ну что? Здесь поворот налево. Блин, далеко. Не знаю, где-то тут наши бегают. Но тоже непонятно, зачем. Короче, вначале я, похоже, сделала все правильно. А направления нет никуда. Кимая какая-то есть, голубая лагуна. Дерево клана. Полетели. Поговорить с кем-то нужно. Сейчас мы его разыщем. Здесь все свои, можно бегать спокойно. Мы в деревне. Что? Я не понимаю, на дерево что ли надо лезть или что делать?
Вот здесь ключом вопрос. Идите типа на самый верх, что ли? Я не вижу способа туда забраться. Ну и осторожно. Скажи, что делать. Бежим по большому дереву. Да, я все правильно делаю. И здесь наверху тот, кто мне нужен. Я думаю так, да. Утрата Лунгарая столь прискорбна. И все же, вместе с печалью приходит надежда. Верить ли мне ушам? Песня найдена? Не знаю, каким образом, но да, я знаю созвучие. Песню, мотив, напев. Как хочешь, так и называй. Эйва улыбается тебе. Прошу, спой для меня. А можно я возьму несколько? Пой! Ой, говорит, и все тут. Еще какой-то вопрос у него ко мне. Ты хорошо справляешься. Это первый шаг на твоем пути. Сколько у нас ходов? Найти место — первый шаг. Поговорить с Эйвой — второй. Этого требует не Авэмо Кри. Первый голос. Только первый голос может пробудить источник. Тогда все Нави смогут говорить с Эйвой. Раз в поколении среди нас появляется Неавэму Кри. Кем он окажется, предсказать нельзя. Может быть, это ты? Поосторожнее здесь. И все же путь к спящему источнику душ становится виден яснее. Поговори с Таном Ялом, он укажет тебе следующую песню. Так, сейчас нужно спуститься обратно и поговорить. Не спеши. И что, я пробежала выход-то? Почему у вас все так заморочисто? Ну, они не строят себе, конечно, домов. Они дети природы. Живут в естественной среде. Так, навигатор нас ведет куда-то по этой тропинке. Вот он. Мы отправляемся к Тару Канаринг. Следующая песня ждет.
Говорят, человек Фалка хочет тебя убить. Мы не дадим. Ты теперь тоже на Ви. Спасибо, Таньяла. Войны не было в этом мире и больше быть не должна. Ктарука Нарин. Полет. Что, надеюсь, не на экране? Тарука на ринг. Поехали. Люди, они бегут от нас. Хорошее предзнаменование. Ха, значит, они собираются, чтобы напасть с другой стороны. Возможно, Большой Б прав. Корпорация не стала бы отступать перед Нави. Я думаю, это перегруппировка. Нужно узнать, где собираются машины. Пусть человек занимается своим глупым делом. В лесу он долго не прожит. Уши, Райдер, под нами идут воины Амантии. Найди Амантии. Она мудра и сильна. Она поведет тебя. Встретимся позже. Удачи, Таньяла. Так, кого найти? Ты пришел за осколками. Это подождет. Я слышала, что военные эвакуируются. Да, но люди с неба уничтожают все, когда уходят даже зверей, запертых ими же. Эйва плачет. Так не должно быть, я их остановлю. Будь начеку. Некоторые животные ведут себя как демоны. Твой народ изменил их. Они больше не разговаривают с Эйвой.